Всем привет! С вами Вова Ломов и Теплица социальных технологий. Сегодня я опять про YouTube. Не мудрено, поскольку посредством этой социальной сети я к вам, собственно, и обращаюсь. Как определяется успешность любого интернет-проекта? Посредством сбора статистических данных, то есть аналитики. Вот про аналитику в YouTube мы сегодня и поговорим. YouTube — это Google, а что такое Google Аналитика, я надеюсь, вы знаете. Это мощный инструмент для всестороннего анализа трафика. Ну и, соответственно, YouTube немногим уступает родителю. Я буду показывать на примере своего канала, он пустой, это так для себя, для друзей, но за исключением низких показателей, аналитика здесь как у Вильса или Дружко. Итак, переходим вот сюда. На всякий случай предупреждаю, что вы должны являться владельцем или администратором канала, иначе доступа к статистике у вас не будет. Перед нами обзорная страница, то есть все основные показатели по каналу. Кликнув на любой показатель, вы открываете расширенный параметр по конкретному показателю. Вот, например, места воспроизведения. На каких сайтах встроены ваши клипы. Какой-то репродуктор, Music Mama, потенциальный повод для сотрудничества или наоборот, можно поругаться. Или вот, источники трафика. Похожие видео. Это видеоролики, к которым прицепляют в правом виджете ваши ролики. Повод задуматься, по какому принципу и к какому YouTube вас приклеил. Если приклеиться к ролику с миллионом просмотров, можно получить 1030 на этом показателе. Или вот, например, поиск на YouTube. Готовые ключевые слова. Если вы не на первом месте в поиске по ним, можно переписать название и описание, навставлять туда этих ключевых слов и подняться в топ. По интерфейсу навигация по показателям осуществляется или из обзора, или отсюда, из левой колонки. Можно смотреть аналитику по всему каналу или по отдельному ролику. Можно выбрать период выборки или, например, сравнить показатели по двум роликам или по всему каналу в разные периоды. Тут, кстати, можно указывать диапазон дат. Что еще? Вот важный показатель – средний просмотр в минутах. Алгоритм YouTube смотрит на этот параметр, понятно, что чем он выше, тем выше он может поднять ваше видео в выдаче. Но важен не сам параметр, а отношение времени просмотра к длительности видео. Вот в этой шкале оно указывается. 50% — это хорошо, 100% — это идеально, но недостижимо. Этот ролик просто смотрели заказчики и поэтому досматривали до конца. Здесь можно менять представление графиков. Сравнительные диаграммы, шарики даже вот есть. Можно отметить несколько роликов для сравнения. Словом, вот такая она, аналитика YouTube. Внешне все просто и понятно, а вот что вы извлечете из этих цифр, зависит от вас. Количество просмотров – важный показатель, но иногда ролики поднимаются случайно, выскакивают в топ или приклеиваются к кому-то. При этом никто не смотрит их больше 7 секунд, и они не приносят подписчиков. Поэтому при анализе роликов нужно обращать внимание на весь комплекс показателей. На самом деле, то, что цифры определяют успешность, это не совсем верное утверждение. Пока вы развиваете свой канал, показатели могут быть достаточно низкими, независимо от качества видео. Тут нужно терпеть и не отступать. Ситуация начинает меняться, когда вы переваливаете за 1000 подписчиков, и сильно меняется, когда переваливаете за 10 тысяч. И вот тут уже аналитика начинает работать и помогает корректировать действия. Все, любите друг друга, доверяйте цифрам, но не забывайте и про удачу. Подписывайтесь на канал, оставляйте вопросы в комментариях к этому видео и пишите нам о том, что еще вы хотели бы узнать у Теплицы социальных технологий.